человек бунтует, он со всех сил бунтует, он топает ногами, он страдает, не спит ночами, и он кричит в сердце, вопит: «Где моя жизнь? Я хочу свою жизнь, отдайте мне мою жизнь!» А Господь дальше закрывает краник и не дает человеку его жизни. И человек так страдает, он мучается. «Ну за что? За что? Мне не дают возможность жить!» А не понимает, что в этом мире все, что происходит, это величайшая милость. Если, допустим, спросить высшие силы, ни за что предательство приходит в нашу жизнь, ни за что, а почему оно приходит? И ответ очень простой: а потому, что ты веришь не туда, потому что есть объект, личность в этом мире, которой надо верить. Именно ей надо верить, вот этой личности, а не своим детям, не своему мужу, не своей жене, не своему начальнику, не своему жилью, который нам так нравится, мы обожаем.